До запуска безопасного города стоп-линию никто не замечал. Но с появлением камер на перекрестках стоп-линию не просто стали замечать, ее стали бояться как огня. Такая ли она страшная? Давайте разберемся. Водитель выехал за стоп-линию на разрешающий сигнал, а продолжить движение не смог и загорелся красный. Может откатиться назад? Ни в коем случае. Вы пересекли стоп-линию на разрешающий сигнал, вы ничего не нарушили. Даже если стоп-линия осталась прямо под вашей машиной. Но если вы начнете двигаться назад или вперед, в то время, пока горит красный свет, это и будет нарушением. Камера зафиксирует движение через стоп-линию на запрещающий сигнал. Поэтому просто дождитесь зеленого сигнала и затем продолжайте движение. Другая ситуация. Водитель начал тормозить и проехал стоп-линию на желтый сигнал светофора. Ждать штрафа не обязательно. Пункт правил 6.14 допускает движение на желтый при условии, что вы не смогли остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Вам также нельзя двигаться ни назад, ни вперед. Нужно просто дождаться включения зеленого сигнала. И, возможно, штраф вы не получите. Именно движение через стоп-линию на красный свет считается нарушением. На каком расстоянии от стоп-линии камера зафиксирует нарушение? Даже если госномер на переднем бампере пересек стоп-линию, камера зафиксирует это как нарушение. Но что если знак «Стоп» есть, а самой линии нет? Согласно правилам, наличие стоп-линии не обязательно. Знак «Стоп» может быть установлен самостоятельно. В этом случае водитель также обязан остановиться перед знаком «Стоп». Неважно, есть стоп-линия или нет.